Туристы приезжают в джунгли в основном на 1-2 ночи, останавливаясь здесь между экскурсиями. Но это слишком мало, и в первую свою поездку мы задумали вернуться в эти джунгли на более продолжительное время. Но все равно и его нам не хватило. Мы взяли все экскурсии по окрестностям, но больше удовольствия получили от общения с окружающей дикой природой. По вечерам мы отправлялись слушать шорохи ночных джунглей и общаться с местной фауной. Как оказалось, у каждой здешней жабы есть свое любимое насиженное место, обязательно рядом с фонариком, и они быстро привыкли к нашим посещениям. Один раз мы стали свидетелями жабьих любовных игр. Удивил размер девицы-красавицы с небольшого котенка. Ее дружок был так мал, что вначале мы приняли его за детеныша. Когда мы возились с жабами, то заметили, что местные работники очень обеспокоены нашим поведением. Они объяснили нам, что играть с жабами небезопасно, так как эти животные имеют ядовитые железы, приводящие к галлюциногенному эффекту. Возможно, именно такую жабу, а не простую лягушку, поцеловал когда-то Иван-царевич. Жабью любовь смогли запечатлеть в скульптурах-фонтанах, которые установлены вокруг бассейна. Они сделаны практически в натуральную величину. В этом отеле в джунглях Западного Таиланда мы познакомились не только с жабами, но это уже совсем другая история. –